Лабиринт камней еще столько же. Все. Потому что надо было пойти потом наверх, а не вниз. Неправильный шаг сделал. Хотя здесь столько же заданий, я не понимаю, почему их тут меньше. Мы допустили очень грубую ошибку.
Интересно, зачем мне копье, если я никого здесь не убил? Интересно, а копье сохранится? Нифига не сохранится. Надо было его убивать, да. А, надо его было туда перекинуть, на ту. Все, я понял. Не все так сложно, как вы думаете. Но не все так просто. Thank you.
Я понял, а дальше что надо? Да ты еще тут, что ли? Ауч, баба. Больно. Следующий вариант. Ладно, другой вариант. Я забыл, что надо сразу вниз было прыгать. Что-то нифига не могу понять, как его сделать. Наконец-то. Это убили, все в порядке. Это опускается, да. А куда мне еще 5 уровней делись? Или мне 5 уровней еще будут после ключей? Ага, еще добраться туда надо.
Так. Ладно, допустим. Сюда это толкнем. Змеи до сих пор за нами бежит. Интересно. Ага. Я подожди, давай-ка. Назад. Так. Проваливать, да. Это я понял прекрасно, но я не могу понять, как мне это убрать. Блин, а опять. Мне надо было сначала сюда, это сюда. Перезапуск, да. Thank you.
Да подожди ты, блин, я думал, как туда пройти. Я понять не могу. Подожди. Вот так вот сяду. То и там, где стоял, да? А ты заколебал. Чёрт! Знаешь, ты тупик, где построил. Какой ход, блин. А, все, я понял, понял. Да блин.
Я понял. Надо эти столбики сюда перетащить. Два столбика. Наконец-то я прошел еще 9, 10, 11, 12. Так, тут у нас уже интересная задача. Не понял, подожди-ка. Oh.
Да нафиг мне эта хрень не нужна, дайте мне нормальную убить. Да сколько можно? А, ну все, наконец-то. Третий ключ получили. Угу, осталось 4 уровня. 3-4 уровня. На опять какое-то движение пропустил. Не совсем понимаю, подожди. Они меня стали не использовать рычаг, вот такие хитрые.
Только вперед. Просто прям. Прям на голову. Ой. Повторение одного и того же действия это называется безумие. Чоп. Еще ни один полностью не собрал я. Да блин. Я понять не могу, как мне вызвать камень, не вызывая камень еще до того, как я еще тут.
Думали обхитрить меня, а? Смотри-ка, какие. Так. Понял. Здесь намного проще просто поставить перекладину чуть раньше и все. Значит, надо фиолетовый тут поставить, а синий тут. Ну, толкнуть. Но если мы синий толкнем, мы не успеем, возможно, добежать. Да. Куда он? А, он видит не там, падаем. Надо было понять мне, куда он меня ведет. Неправильно. Надо было сначала сломать, потом в следующий раз мячиком сломать. Мячиком, блин. Каменным. Прыгай, ставь, пошли. Это одна из четырех глав. Может быть, даже чуть больше. Давай, давай, давай. Ключ духов. Да пофиг, нормально, давай, быстрее. Сейчас 27 часов так раз. И мы получили куб. Да что ж тебе надо, змейка?